Перлштрассе himself. Do you know how much... Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру Wolfenstein The Новый Ордер. А это у нас немец под именем Келлер. И мы в прошлой серии выбрались все-таки из... Я не верю, извините. Давай на тебя посмотрим, кто ты такой. Родился во французском Страсбурге у бедных и жестоких родителей. Когда на Францию напала Германия, отец Келлера ушел в сопротивление. Устав от нищеты, Келлер отправился в местное отделение гестапо и донес нацистам на отца. Его семью схватили и отправили в Освенцим. Но самого Фридриха взял под крыло печально известный генерал Вильгельм Штрассе. С тех пор Келлер верно служит генералу и считает его приемным отцом. Ну, блин, извините. Обнаружены золотые часы. Типа твои, что ли, часы, да? Извините, мои теперь будут. Теперь мои. Чё мне нужно? Заставить тебя беседовать, когда? Блин, а записки тут-то незаметные. Они в прошлой части хоть как-то подсвечивались. Что случилось с маньяком из масла Весли? Маловесть, 8 октября 60-го. Прошло уже почти 5 лет с тех пор, как прекратились убийства, но народ все еще помнит мясника из Маловеси. Из-за чего этот маньяк с таким расчетом и хладнокровием расправился с невинными гражданами Германии? Почему власти не смогли его остановить? Мы напомним хронологию расследования и расскажем, как трагедия прошлого до сих пор преследует жителей города. Топор? Бензин? Нужна защита от брызг. А это у нас что? Не надо на меня орать, пожалуйста. На меня лучше не орать. На меня лучше вообще не орать. Это плохо для тебя закончится. Так, а что-то еще нужно найти. Не знаешь, что именно? А, все, нашел. А нет, а улучшение брони... И не сбрасывается между главами. Окей, что-то еще нашел. Пока ты там беседуешь, я новый эскиз открыл. Ты же не против, если я почитаю, окей? Анин дедушка Роман Торговский и бабушка Оленка ведут уединенную жизнь в маленьком горном домике к северу от Маловеси. Неподалеку от немецкой границы. Во время войны они укрывали у себя еврейскую семью, чтобы спрятать их от нацистских патрулей. Роман выкопал в подвале яму. Семья жила у них 2 недели. А после двинулись на север. А что потом было, неизвестно, да? Ишь ты, вырвался все-таки. Чё ты бьёшь как слишком слабенько? Даже 20-очку не снёс. Ну, готов беседовать. Do not, I
Ты готов? А? Одноглазый. Ну окей, давайте начнем процедуру. Ну, я надеюсь, ты готов к операции. Най-най. Ну, давай. Ну? Тюрьма Айнзенвальд. Это мои проблемы. Не надо на меня орать, я же говорил, не надо на меня орать. Немец вонючий. Я же говорил тебе русским языком, не надо на меня орать. Ну что ж, в Берлин поехали, да? Я как чувствую, что так просто туда не доберемся, да? Ишь ты, потайная коробка нашлась. Нате из дробаша с двухстволки этой. Take my hand. The road is not safe. You kill the Nazis. Here, I stay with Carl. Не суйся. We wait for you here. Kill everyone. Какой добрый дедушка. Слушай, а этот выстрел еще никто не слышал, что ли? А? Этот выстрел никто не слышал, что ли? Ну-ка, давай посмотрим, что нам дали. Дедушка Анни. Вырос на юго-западе Польши в Судетских горах. У него было 4 младших брата и столько же сестер. Отец разводил косо, когда-то он скончался, сын решил пойти по его стопам. Роман глубоко верующий человек, но живет лишь по одной заповеди, которую от отца унаследовал. Обращайтесь сейчас с другими так, как хочешь, чтобы обращались с тобой. Так, я вот что не понимаю, а почему выстрел никто не слышал-то? Выходит, получается, такой вот один немец подумал, что... Решил он, видите, осмотреть машинку с пенсионерами, и тут нате. Мы тут. Так, нужно срочно глушитель искать. А у нас и пистолета-то и нету. Так, ладно, пойдем сюда, получается. Тихо, что это было? А, вот и глушитель. Так, значит, сразу устанавливай. А он так установлен.
Так, ладно, нужно просто перебить всех. Нужно перебить всех. Все хорошо будет. Так, минус один. Вы получили перк. А, хорошо. Это вот этот мой перк взял, да? А, совершить бесшумных убийств из пистолета с глушителем. Блин, а в дополнении-то указывалось, где-то находится. А чё сейчас не указывается? Чё изменились-то? Так, подожди, стоп, там что-то есть. Тихо, одного нашел все-таки. Одного нашел. Тихо. Там пулемет висит. Так, еще один вон там здесь. Вот он, сейчас он как раз здесь будет. Тихо. Патроны, патроны. Вон где-то наверху, да? Делаю ставку. И теперь ваша очередь. Сколько там остается? Еще четверо. Так, ничего полезного, хорошего никого у тебя нету. Граната только. Карту нашли. Фрагмент кода. Патроны. Так, внизу одного вижу. Ну, я его и раньше увидел. Ой. Не хотел брать, но все-таки взял. Просто дорожка. Аптечка, патроны. Патроны. Так, вот здесь что-то было. Фрагмент кода. Аптечка, патроны. Так, теперь с тобой нужно пообщаться. Нать. Подожди, я еще вот сюда вот не заходил. Надо проверить. Искать, блин, вот это, ловить точки эти самые.
От нас не требуется. От нас требуется просто, блин, подержать немного. На одном месте. И все, она сама вернется. Куда нужно. Вооруженные безумцы сбежали из лечебницы в Маловесси. Варшава, 9 октября 60-го. Сегодня в психлечебнице в Маломесь двое опасных буйно помешанных учинили резню, начав без разбора нападать на пациентов и персонал. Сообщает, что они перебили высланный на место наряд стражи порядка и скрылись на машине. Преступников двое, мужчина и женщина. Мужчины описывают как голубоглазого блондина, 40 с небольшим лет. Женщине на вид за 30. Волосы каштановые, глаза голубые. Эти выродки вооружены и опасны. Если увидите их, не геройствуйте. Предупредите граждан Маловесии, пресс-секретарь городской полиции на сегодняшней пресс-конференции. Ага, то есть нас уже объявили в розыск. Да блин, хоры уже. Дох. Наконец-то. Ничего я такого, блин, открывал-то так долго-то. Так, это у нас закрыто. Вышка это. Пулемет есть. Это я сюда вернусь. Ладно. Все понятно. Перебить я всех перебил. Теперь нужно не машину обратно. Немного поближе подогнать. Да я мог и пешочком дойти, пробежаться. Неплохо, ну да, согласен. Неплохо бабуля стреляет. Поднять платформу КПП. Бабушка Ани, ее отец растил семью из 6 детей в беднецком квартале Варшавы. И с тех пор Оленка ненавидит города. Природа необходимая, как воздух. Оленка жизнерадостна и общительна. Всегда рада накормить и напоить гостей. Даже если они отказываются. А мужчин может угостить стопкой водки. Мост через ордер. По завершении войны начались работы по строительству ветки быстрого сообщения между Варшавой и Берлином, которая позволила бы оперативно доставлять оборудование и рабочую силу к новым известковым рудникам в восточной части Польши. На реке Ордер, по которой раньше проходила граница между Германией и Польшей, был возведен железнодорожный мост. Это был один из первых мостов, построенных с использованием супербетона. О, я думал, блин, не все патроны такие. Понятно. Тихо, тихо, не надо меня бить. Ай, там еще один был. Блин, а я думал, тут ничего такого нету. Тут, блин, бабуля тихо выстрелила. А бабуля, оказывается, громко выстрелила.
Где ты? Все? Желающих нету. Так, наверху у нас что? Где кнопка? Вот она. Ай, я, блин, в окружении-то неудобно-то отстреливать. Когда на тебя вот такая толпа бежит. Точнее, окружила. А я тут спускаюсь медленно-медленно. На одном месте стою. Да хоро, а как мне, блин? А есть нормальный способ? По лестнице? Э? Мне по лестнице как-то удобней будет. Ну да, он есть. Восстанавливай. А, я уже поднялся. Нужно пистолет брать и убирать его первым. И тогда все хорошо будет. Бегут. А, все-таки все равно нашли. Всех постреляли. А мы пытались как-то на лифте спуститься. Так, ладно, еще ниже. Тихо, ой, убил. Спрятаться нужно. Так, ты что будешь делать? Сюда пойдет. Подожди, он сюда пошел, да?
Окей. Вы же двое только были. Подкрепление поехало. Поехали. Минус. Зря я это сделал. Очень даже зря. Очень даже зря сделал. Шанс был, но не... Ну, профукали его. Так, ладно, попробуем сразу наверх. Все, что ли? Закончились. Да, блин, так... Сколько здоровья нужно так быстро поднимать-то? Так, да, найду сначала. А что такое? Чё за... Это что такое было-то? Глашкович. Фрагмент кода. Чё, соскучился, что ли, просто по этому, да? Столько времени прошло. Документик какой-то. В Париже ходят слухи о новой области, облаве гестапо. По данным наших источников, нацисты пытались очистить город от так называемых неблагонадежных элементов. Гомосексуалистов, людей с неарийской внешностью, душевно больных, список далеко не полон. Мужчин, женщин и детей силой выводят прямо из домов. Они пропадают без вести. Эти бешеные псы могут наброситься на кого угодно. Сообщил нам на условиях анонимности горожанин, которому удалось спастись от карательного рейда. Бегите отсюда, пока еще можете. Блин, эти записки нужно искать. Прямо вот брать и искать вот специально. Так, а мне наверх нужно, да? Иди ты! Че не умер-то?
Да я сам бы перезагрузился, я почему-то нажал, ничего не получилось. Так, ладно, два потиху, потихому попробуем. А, блин, вот она что, да? Они нас в любом случае видят. Так, скажи, пожалуйста, а это перк этот качается? Уничтожит выстрелом в голову, да? То есть быстрее, то используй укрытие. Использую укрытие, да, помаленечку работает. Вот тогда было 8, сейчас 9. Все работает. Нам нужно 80. Так, подождите, подождите. Я хочу, блин, там еще одна дверь была, которая... Я подумал, что это... Вот это вот... Я ее не открыл тогда вот. Думал, мне как раз сюда и нужно было. Так что я хочу посмотреть, что это такое. А что здесь такое-то? Что было бы, если я сюда просто пошел-то? Это что, одна и та же локация, что ли? Открывается с другой стороны. С какой? Короче, нахрен, нахрен. Сразу сюда давай. Хорошо, ждите, подождите там. Уже вижу одного. Уже одного вижу. В краешек шлема. А что за пулемет такой? Какой-то другой. Но использовать я его не хочу. Так, где еще один? Все нашел. Нахрен, что это? Не, блин, я не хочу вас привлекать. Никто не должен там слышать по рации, что здесь ничего такого, ничего, что здесь что-то происходит. Стрелять, стрелять, пускай стреляет, а по рации нет, нельзя. Теперь давайте вот здесь.
Кто А? Откуда ты? Где ты? Окей. А, опять это, блин, ничего себе, там собака там какая. Ишь ты. Гаденыш, нужно с той стороны заходить. Это слишком близко получается. Это слишком близко. Пистолетик. В бок. И подходим аккуратненько. Так, одного снял. Так, все, с этой стороны тут вот он не будет, кажется. А, тут закрыто. Ладно, сверху. Сверху. Так, где ты там тусуешь? Все, убрали его. Теперь можно хоть стрелять, хоть не стрелять. И никто никого не услышит. До свидания. Так, где еще партия? Где ты? А, все, увидел, увидел. Так, подожди-ка. Нужно понять. Вот здесь у нас 40 единиц с этого. 20. Где на 40? Вот здесь я видел 40 здоровья. Так, вот 10, вот 20, вот 40. Нужно понять, что конкретно. Вот 20, 40. Так, 20, 40, 60, 70. Ага. Где еще? Я уж только что увидел уже. Здесь я подобрал. Здесь я подобрал партию. Нам 200 нужно, ровно.
А вот, блин, забыл. Ладно, давай попробуем. Сейчас должно сохранение пройти. Я все сделал вроде. А вроде все сделал. Все, что от меня требовалось. А нет, ни хрена. Ну ладно, в теории ничего такого страшного нету. Там убить одного, там убить. Все нормально, все легко убивается. Блин, просто не увидел. Где-то ты. Разведку, да что за разведка такая? Бесшумно убить офицеров, показывают офицеров на карте, спасибо. Дети. Так, подожди с машиной, я хочу посмотреть. Нормуль. Теперь быстро сюда. Все, молодцы, быстро регенерацию получили. Еще один перк в рублин. Ну, емкость магазина мне тут не особо интересно. А вот автомат нужен. Использую укрытие. Это нам надо. Это нам надо. Так. Уничтожить двух рук это мы сделали. Убить в подкате. Окей, это тоже можно. Убить гранатой. Бесшумную убить на расстоянии. Это в процессе. Это в процессе. Так, ладно, ладно. Все, и готово, езжай. Все, поехали, поехали. Как там коллекция? Кампфунт. После войны генерал Череп доработал кампфунтов, заковав их в механический экзоскелет и вживив тварям челюсти из титана. Такой боевой зверь способен прокусить даже самую прочную броню. А это что, блин, а? Нет. А это сложно будет. Пулемет, срочно пулемет нету. Ох, ни хрена себе, а. Это я, блин, этого не ожидал. Не, еще себе. Так, а где второй-то? А вон он был где. Ай, ай, ай.
Мне кажется, зря я. Мне кажется, очень даже зря, блин. Вытащил все аптечки. Робот. А тут пулемета нету. Ай, много жирает прямо, а. Очень много сжирает. Ой. Давай наверх. Блин, нужна снайперская винтовка, у нас ее нету. Нужна винтовка. Дальнобольная. С прицелом, с оптическим. Вот тогда, да, блин, проблем меньше было бы. Так, ладно. Два внутрь. Отсюда мы после уже и посмотрим. Так, тебя разбить нельзя, да? Тихо. Да хоро так делайте. Ай. Блин, нужно вот что сделать. Нужно вот что. Нужно стащить туда вот пулеметы эти все, оба. И уже после этого уже садится. Я так их не перебью, я всю аптечку истратил. Так, здесь меня ними пробьют, я знаю это. Так что скидываем пулеметы сюда и побежали быстро. Так, один пулемет притащили. Теперь давай второй. Там они не так сильно смогут меня убивать. Так, вот еще две аптечки не забыли. Если пригодится. Бля, эти какие-то роботы-то уже какие-то так такие. Уже... Какие-то поумнее. Наверное, больше там роботов уже, чем человека, да? Но я имею в виду больше, а не меньше мяса. Робот. Ну, я на этот раз приготовился.
Тихо, восстановись. Ой, восстановись, восстановись. Тихо. Установите на опору, чтобы перезарядить. Это что за пулеметы? А, можно с собой носить. Рассказывай мне больше. Так, ладно, первый мы выполнили. А, все, сгорел. Так, где второй-то? Ай. Бросай его нахрен. Сейчас нужно аптечку догнать. Ай, тихо. Зря это сделал, очень даже зря. Так, ладно, главное мы... Тихо. Сейчас он тупой немножечко. Тихо. Вот так вот. Ну-ка, отдай мне тут все, что ты насобирал. Подождите, я тут, блин, патроны собираю. Пришлось много чем, что здесь оставить. А на нем, наверное, эти вот гранаты можно использовать, да? Все, на месте, поехали, поехали. Поехали, поехали. Все в поезде уже, да? Так, все еще новый мир, но должно уже скоро закончиться. Еще чуть-чуть. Так, спокойно, мы просто местные туристос. Пункт назначения Берлин.
Я не смотрю. Понятно, окей. Какой еще стол? Это мое кофе. Иди сама сделай. Ты кто такая-то? Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne Arsch. Ты кто такая-то, мать вашу? Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Ты кто такая? Что себе без нормально сам по себе тут в мой вагончик. Я кофе хочу. Mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Вы долбанутые, бабка. Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut. Lasst uns anfangen. Ты умрете первым. Потом солдат там и солдат сзади. Умрут третий, четвертый. А потом я возьму автомат и начну отстреливать вот этого вот. Скорее всего, сяду за барной стойкой. Тебя это устраивает? Чё это? То, что мне нравится? Чё ты лыбишься? Подсел я тут на свое горе. Пускай вот это будет. Ах, so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Счастливым? Ты, блин. Ну, пускай бабочка будет, окей. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Кто ты такая? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfahren. Ненавижу пауков. Просто ненавижу. Пауки. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Пауки, я не люблю пауков. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen, gar nichts. Davon abgesehen kann ich nicht das Bild mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird ins Frau Engel. Это у нас робот-охранник. Разработка мех-боевых машин стала одним из крупнейших вкладов генерала Черепа в победу. Когда война закончилась, многих роботов переделали в охранников, которых легко можно было доставить в нужный объект. Эта фрау Энгель была идеологом Союза немецких девушек женской молодежной организации при
Гитлер-Люнге. Всю свою жизнь она посвятила делу национал-социализма. Исполняла свой гражданский долг, вырастила 6 арийских детей на службу Фетлярду. И всегда проявляла нерушимую преданность НСДАП. Неудивительно, что она быстро сделала карьеру в партии. Так, это мне ничего не выдали. Попила, значит, кофе. Попила кофе, значит, да? Она же остыла уже раз 10. А я уже думал, как быстро я добегу до автомата, чтобы вот это расстреливать. Небось, еще и под барной стойкой еще дробаш лежит, а? Думал. Я. Она в тестик решила поиграть. Просто решила прикольнуться. Че это? Я вижу. В Берлине стартует мировое турне группы Die Cover. В Берлин 11 октября 60-го. В следующем месяце великолепная четверка выйдет на сцену прославленного Фольксхальке. И исполнит музыку из своего новейшего альбома такого-то. Билеты на концерт были раскуплены на рекордные сроки. Новый альбом пользуется феноменальным успехом, заявил менеджер группы Вольфганг Траппер. Напомним, что прошлой неделе Die Cover оказались замешаны в скандале, забыв перед началом концерта поблагодарить нашего дорогого фюрера. Также участники всемирно известной молодежной группы объявили, что снимутся в телешоу, посвященном их приключениям. И что и скандал был. Про Гитлера они не упомянули, ага. Че это? В Хорватии открыто новое месторождение. Загреб, 11 октября 60-го. В нескольких километрах к северу от хорватской деревни Билице обнаружено богатое месторождение известняка. Геологи, осмотревшие район, обнаружили большое залежи особой разновидности этого камня. Она идеально подходит для изготовления супербетона. Материала, из которого славные архитекторы Рейха возводят новые здания. Не исключено, что это крупнейшее открытие в истории, заметила участница экспедиции, отвечая на ваш звонок. А куда поставить-то? Сюда не ставится. Тебе дать, что ли? Уильям? Что? Yes. Is that for me? Ну да. Yes. В последнюю секунду подумал. Может, тебе тоже взять? You know, there's just one bed. Yes. Да. Are you comfortable sharing? А ты рада, да? Не, я бы тоже, как бы, я тоже не отказался бы. Я бы тоже не отказался бы. Отель Глейхмут. Secret police headquarters is notorious here in Berlin. They bring prisoners inside for questioning. They torture them. And then they drive them back to Eisenwald prison. If they're still alive. Так, ладно, все, глава 4 нам настала, давайте закончим.
Ох, хорошо мы сегодня поиграли, да? И немца допрашивали, и на машинке катались, и против роботов воевали, и на поезде катались, и с белобрысой психованной бабкой тоже играли. Много, короче, интересного было. Все. Давайте закончим на сегодня. Серия большая, длинная, так что спасибо за просмотр. С вами был Виктор, всем пока.